Имя нового главы Сургута объявят в начале следующей недели. В городской думе рассказали подробнее о процедуре избрания нового мэра. Конкурс на место руководителя самого крупного города в регионе состоится 18 января. Город вошел в историю по рекордному количеству кандидатов на пост главы. Заявки подали более 60 человек. На первом этапе у претендентов проверяют документы. Тех, у кого все в порядке с бумагами, допустят к следующему этапу. На нем можно будет презентовать план развития города и пройти собеседование у экспертов, из которых сформирована специальная комиссия. В нее вошли 8 человек, это представители от округа и города. Итогом их работы станет список лучших кандидатов, который будет представлен на голосование городских депутатов. Считается глава избранным, если проголосует больше, с первого раза больше 2/3 от установленной численности депутатов. Если ни один кандидат не проходит с первого раза, соответственно, предусмотрено второе голосование. Два кандидата, набравших наибольшее количество голосов, еще раз по ним происходит голосование, и уже просто большинством один из них избирается главой. Напомним, прием заявок от кандидатов на кресло главы Сургута длился месяц. Депутатское голосование запланировано на вечер понедельника. В первой половине дня будет работать конкурсная комиссия.